Добрый день, кто зашел ко мне на канал, зовут меня Валентина. Сегодня мы будем рассматривать мои покупки, которые я купила в Фикспрайсе. Целый год я там не была, зашла прикупить сетку, а получилось, что целый пакет. Больше 1000 я там оставила в этом магазине. Давайте посмотрим, что я приобрела. Что, начнем мы с крючков. Крючки для садовых инструментов. 55 рублей. Вот такие вместе с шурупчиками здесь такие. Будем вешать вот так вот, как здесь нарисовано. Так, приобрела. Значит, я вот для сорняков, для борьбы с сорняками. Между прочим, дешевле, чем вот огранники продают. Зависть взяла, стимулятор плодообразования. И гумат мне нужен для лука. Обязательно. Это мы отдельно. Все садовое сюда отдельно кладем. Дальше перчаточки. Вот такие неплохие. Перчаточки садовые с нитриловым покрытием. Тоже неплохие. Мне нравятся они, перчатки. И с ними хорошо работать. Так, сетка противомоскитная на магнитах. Взяла вот голубенькую. В прошлом году у нас была желтая, а в этом году я взяла вот такую голубую. Повесим, я потом покажу, как она смотрится. Вот. Ну, мы ее быстро почему-то порвали. Внуки бегали туда-сюда, и она быстро вышла из строя. Вот так голубенькая, она хорошо смотрится. Приобрела вот такие два крупных материала. Я потом покажу, как я применяю такой крупный материал. Вот нам очень нравится. Он разовый такой, на сезон только, но он хороший. Так. Вот так вот мы приспосабливаем для затенения от солнца всю теплицу, где находятся у нас томаты. Вот они не обжигаются от солнца. И очень даже хорошо, как занавесочка такая. И томатом хорошо. Вот, солнце не печет. Идем. Вот такой вот распылитель называется. Пистолет-распылитель. 7 функций он имеет. Ну, будем сегодня поливать. Посмотрим применение этого пистолета. Как он будет. Вот такой вот он выглядит. Здесь, наверное, двигается. Ну, посмотрим. Будем сегодня поливать и посмотрим, какие функции он выполняет. Вот эти зажимы, они, чтобы держать пленочку. Вот можно раскрыть бумажки. Но они быстро почему-то вот ломаются. Так вот нажмешь, и они раз, и вот здесь вот тонкая. Ну, все равно для этих хорошо. Нам нравятся они. Муж взял набор изолент. Таких разных видов. Потом скотч. Нужные. Жидкие эти гвозди. Универсально сказал, что очень хорошие. И хорошо пользоваться ими. Так. Взяла вот в наборе для бани. На даче для бани вот такой вот шампунь и вместе бальзам. Это для тонких волос. Без объема написано. Вот. Это такое. И гель для душа. Очищение, увлажнение, питание. Вот для женщин в гармонии с природой обязательно нужно. Вот. Это куда ни пойди, в какой магазин. Я думаю, женщины все приобретают. Салфетки влажные для интимной гигиены. Очень дешевые. 27 рублей. Очень даже хорошая. Майонез. Девочки, которые рекламируют и часто посещают Фикспрайс, говорят, что очень хороший вот этот оливковый майонез. Маленькую взяла, попробую. И в одном ролике, по-моему, Леночка рассказывала про вот эти конфеты. Карамель. Вот называется. Вот сейчас мы откроем. Конфета.
какая там начинка. Даже очень вкусная. Правда, вкусная. Ну и как же нам обойтись без семечек на даче Мартине? Муж уже раскрыл и кушает с солью. Это, я думаю, все любят. Забыла, вот такая штучка нам нравится на даче. И птичек пугает. Хороший такой. Ну, что я хочу сказать. Да, больше 1000 здесь потрачено, но это все нужно. Это мы купили все для дачи, потому что мы здесь уже обосновались на летний период, и нам все это нужно. Поэтому судите сами, много это, мало. Для нас это нормально.